Всем привет! Это канал Научкэп. И в сегодняшнем ламповом няшном выпуске я расскажу о том, почему люди смеются и можно ли умереть от смеха. Если вы увидите человека, который идет в переулке за вами и начинает смеяться, то, скорее всего, вы подумаете, что он смеется не от того, что он услышал шутку. Если классифицировать смех, как это сделали ученые, то его можно разделить на подлинный, фальшивый, стимулированный, например, щекотанием, или индуцированный, например, наркотиком. И несмотря на то, что люди веками смеялись над всякими шутками, комедиями и вот все в этом духе, все равно учеными так и не выяснена до конца функция смеха, а точнее, как это происходит. И также смех не уникален для людей, так как многие приматы тоже могут смеяться, как и люди. И в ходе этого можно проследить, что в ходе эволюции смех играл большую роль в устранении конфликтов и адаптации к стрессу. Чтобы лучше изучить смех и то, как он работает в организме, ученым помогают расстройства, одним из проявлений которых он является. И особенно псевдобульбарный синдром, характеризующийся непроизвольными вспышками плача и смеха, как установлено, возникает из-за разрыва между путями в мозге, которые контролируют эмоциональные реакции, и путями, которые управляют выражение лица и эмоций. Другие же болезни, связанные конкретно с данным расстройством, могут быть вызваны в ходе болезни Альцгеймера, Паркинсона, инсульта, склероза, а также мозговых травм. Иногда даже вот в 2016 году проводились исследования, в ходе которых выяснили, что иногда смех даже может быть признаком ранней стадии деменции. А все-таки может ли убить смех? Задумывались ли вы над этим? На самом деле, люди, которые умирали в ходе того, как они смеялись, также были, у них были сопутствующие разные заболевания. И поэтому установить, что точно смех может убить, не получилось. Зато смех может вызвать катаплексию. Это когда человек находится в состоянии, но он не может двигаться. Или обмороки при недостатке кислорода. Например, человек начинает задыхаться. Но в целом польза смеха, конечно же, велика, потому что в ходе этого выделяется очень много гормонов счастья, радости. Также... А иногда даже смех может работать лучше, чем антидепрессанты. И все, спасибо, что посмотрели это видео. Я буду рада, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал. И всем пока!